Для того, чтобы выяснить причины возникновения неприятных запахов, то и дело возникающих в разных районах Сарапула, была создана рабочая комиссия. Одним из объектов проверки комиссии стали очистные сооружения канализации, находящиеся около деревни Юшково. Именно здесь проходит очистка сточных вод Сарапула. Данное сооружение было построено 29 лет тому назад. Здесь канализационные воды подвергаются нескольким этапам очистки. Механический этап, затем биологическая очистка. Также вода проходит обеззараживание ультрафиолетом. 29 лет срок не маленький. Происходит старение оборудования, разрушение, но предприятие постоянно ведет работу по реконструкции очистных сооружений канализации. Мы за это время провели реконструкцию механической обработки осадков, мы ввели в работу цех ультрафиолетового обеззараживания. Мы увеличили производительность иловых карт. Сегодня очистные работают в штатном режиме. Сооружение располагается за городом. Неприятный запах в микрорайонах может возникать по нескольким причинам. Запахи в городе, которые сейчас волнуют многих жителей города, я считаю, они имеют несколько источников. Это, естественно, и работа очистных сооружений, но в тех районах, которые находятся в непосредственной близости от очистных сооружений. Это активная работа частных предпринимателей по вывозу жидкобытовых отходов, которые производят слив ЖБО в несанкционированных местах во всех точках города. Рабочая комиссия с технической точки зрения осмотрела очистные сооружения около деревни Юшково. Как итог, нарушений комплекса очистки канализационных вод не выявлено. Комиссия по обнаружению источника возникновения запахов продолжает работу. Пока внешних признаков нарушения работы наших очистных сооружений городских не выявлено. Но тем не менее специалисты продолжают работу. В том числе наша комиссия городская по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций продолжает работу. Определен круг объектов, которые мы и сегодня в рабочем режиме мониторим на сбросы стоков в окружающую среду. Работа техническая продолжается, и в ближайшее время источник неприятного запаха неизбежно будет обнаружен в связи с тем, что ряд еще объектов остаются непроверенными, имеющими аналогичные очистные сооружения, только более в меньшем, так скажем, объеме, которые работают. И в настоящее время мы думаем, что в принципе день-два мы обнаружим источник и скажем о причинах и планах по устранению таких обстоятельств неприятного запаха в городе.